В Еврейской автономной области продолжается осенний призыв на военную службу. Накануне медицинскую комиссию прошли 17 призывников из Биробиджана и районов автономии. Всех осмотрели медицинские работники различного профиля, а затем члены призывной комиссии вынесли по каждому из них решение о категории годности к воинской службе. Те, кто прошел все этапы, явились в назначенное время на сборный пункт для последующей отправки в войска. В стране начался призыв, знаете, с 1 октября по 31 декабря, и не исключение Еврейская автономная область. Тоже представляем. И с этой даты мы работаем с призывниками. Ребята все в Еврейской автономной области будут проходить военную службу в Восточном военном округе. За пределы Российской Федерации и на специальную военную операцию привлекаться не будут. На сборном пункте с призывниками провели инструктаж и выдали военную форму, а также положенный набор вещей, необходимых для прохождения службы. Банковские и сим-карты, принадлежности для личной гигиены. В текущем осеннем призыве это уже вторая отправка новобранцев в воинские части Восточного военного округа. Теперь им предстоит пройти курс молодого бойца, принять присягу и пополнить ряды военнослужащих армии России. Никита Натапов, Павел Славин, новости 21.